Как получить имущественный налоговый вычет? Обязательными условиями получения имущественного вычета по расходам на приобретение имущества и погашение процентов по ипотечному кредиту является целевое назначение кредита. Это значит, что кредитный договор должен содержать условия о расходовании выданного кредита исключительно на строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилой недвижимости, а также земельного участка под жилье. Когда такое условие из договора не усматривается, имущественный вычет не предоставляется, даже если вы фактически использовали кредит в указанных целях. Наличие документов, подтверждающих право на имущественный вычет по расходам на строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилой недвижимости, земельного участка под жилье. Например, при покупке квартиры вам потребуется копия договора купли-продажи квартиры или долей в ней, документы о регистрации вашего права собственности на квартиру, в частности, копию свидетельства о регистрации права собственности или выписка из ЕГРН. Платежные документы, подтверждающие ваши фактические расходы на приобретение данного жилья. Например, акт о передаче денег за квартиру продавцу или его расписка. Банковские выписки о перечислении денег на счет продавца. Копия кредитного договора. Документы, подтверждающие уплату вами денежных средств в погашение процентов по кредиту. Например, справка из банка о размере уплаченных процентов по кредиту. Обращаем ваше внимание, что не вправе получать имущественные вычеты в части расходов на приобретение жилья, оплаченных за счет средств материнского капитала или из бюджетных средств. Имущественный налоговый вычет можно получить у работодателя в течение календарного года на основании уведомления, выданного налоговым органом, либо в налоговом органе по окончании года, представив налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ. Неважно, какой стиль предпочитаешь ты. Магазин мужской одежды «Все для мужчин». Качественная и современная одежда для любой ситуации. Выбери свой стиль с магазином «Все для мужчин». Адрес: Красная, 130А.